Сочи на этом первенстве представляли юные воспитанницы молодежного клуба развития бокса имени Фицова под руководством мастера спорта России Александра Немченко. По итогам соревнований сочинка Анастасия Андреева принесла городу бронзу. Теперь ее ждет первенство России, которое пройдет в Ростове в августе. Напомню, в декабре воспитанницы сочинского клуба принесли городу золото и серебро в первенстве Краснодарского края по боксу среди юниоров, девушек и девочек.